Всем привет и добро пожаловать на канал Story Games. С вами Юрий и вновь House of Ashes. В прошлый раз мы остановились на том, что мы нашли, что под храмом есть еще один какой-то гигантский лабиринт, которого спутники полковника почему-то не заметили. Полковник нам, собственно, сказал поставить там камеру и возвращаться обратно. А сейчас мы переключились на какого-то другого персонажа. И посмотрим, что там с ним происходит. Это кто? Это Рэйчел. Это Рэйчел. Она, собственно, жива. Все еще пока. Конечно, пизданулась с очень большой высоты, но все-таки пока жива. Это ее кровь или не ее? Не знаю. Мы упали в реку крови, короче. Рэйчел, провал 2212 часов, глубина 394 фута. Почти в два раза глубже, чем находятся наши мужчины. Эрик тебя отсюда не слышит, не переживай. Но с ним все в порядке. Ты, конечно, об этом пока не знаешь, но я знаю. Вон, веревку выбросила, которая порвалась. Ненадежную веревку с собой берете, Джейсон! Товарищи. Кремак? О, черт. Отыщите союзников, выберитесь из расселины. Тихо. Не к добру это. Вообще не к добру. Что это такое? Там кто-то плавает. Давайте не пойдем туда, давайте обойдем немножко. У нас с собой что-нибудь есть? Какое-нибудь оружие там или что-нибудь еще? Вон там что-то светится. Давайте подойдем, посмотрим, что ли. Что это такое? Это череп. Прикольно. А, не, это шлем. С глубокими царапинами. Древний шлем неизвестного происхождения с неровной бороздой от когтей. Значит, это нам знак, что здесь произошла какая-то... Фонарик работает? Работает. Какая-то неведомая херня. Правильно же? Правильно же. А ты давай поскорее отсюда выбирайся. Ты что-то в воде по пояс стоишь. Можно быстрее пойти немножко. Тут что-нибудь еще светится где-нибудь? Ничего нигде не светится. Опа! Что за... Что за? Птички полетели, летучие мышки. Выбирайся давай из воды уже. Чё ты себя по башке-то стукаешь? Не надо стукать. Ты же не тупая. О, ну хоть какой-то. Хоть какое-то оружие. Кость чья-то. Или ты факел хочешь сделать? А, она факел хочет сделать. Ладно. Уже что-то. Выбирайся, давай. Опа, быстрее вылезай! Пошли. Аккуратно, осторожно, вперед. Ну, хотя надо бы побыстрее, потому что там сзади кто-то вылез. Ну, ладно, какая скорость, такая скорость. Чё, Рэйчел? Хотела бросить мужа, а он тебя держал на веревке. Может, это как бы знак того, что не нужно его бросать, и не нужно никому уходить, и нужно извиниться что перед ним, сказать, что ты его... до сих пор любишь. Прости меня, я была дура. И все. Иди, иди давай. Так, это рисунок. Что там нарисовано? Непонятно ничего. Опа.
Слюна. Мы собрали в пробирку черную слюну и спасти существа, извлеченного из кокона. У всех, кто понюхал это вещество, наблюдалось учащенное сердцебиение. Они испытывали сильное чувство страха. Некоторые сообщили о странных нарушениях зрения, таких как измененное восприятие цвета. Мы попытались получить дополнительные образцы слюны с места нападения на М. Запах был настолько сильным, что для сбора потребовались респираторы. Рекомендуем всегда использовать маски при работе с образцами, чтобы избежать их воздействия. Ощущение похоже на действие грибов. Псилоцибин? Есть же такие псилоцибиновые грибы, которые при употреблении вызывают интересные галлюцинации. Я не пробовал, я не знаю, если что. Просто читал о них. А есть еще фильм такой, «Грибы» называется, в котором подростки поехали на отдых, нажрались грибов, потом оказалось, что одна девка всех перепила, а им казалось, что это маньяк какой-то. Смотрите, веселый. Такой подростковый ужастик. Так, мы тем временем все еще в воде. И, судя по всему, выберемся очень нескоро. У нас тут кто-то скрежещет, кто-то шевелится где-то со всех сторон. Ну, судя по отсутствию реакции Рэйчел, она этого не слышит ничего. Опа! Тихо! Тихо! Да, он ориентируется на... О-о-о! Это какой-то вообще прям... Ни хрена себе! Спокойно, 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 спокойно! Рэйчел, молодец! Не растерялась. Ну убегай поскорее, пожалуйста. Какая страшная херня. Бежим. Опа! Ну, живо! Тебя же утащили! В смысле? Ты до сих пор. Ой, нормально, нормально, нормально. Красава, Клариса, просто! Я думал, тебя просто выпилили из сюжета, а ты-то вон как! Целос обнаружил. Доктор Клариса Стоукс. Странное что-то. Что-то что? Что залегает куда глубже храма, который нашли археологи. А почему может, археологи это этого не нашли? Пещеры. Или может... Опа! Тихо! Что это такое было? Колчик? Хуёлчик! Давай ты не пойдешь. Ну ладно. Вроде ведет наружу. Вдруг сможем подключить радио и послать СОС. Попробуй. Попытка не пытка, шансов как говорится. Мы даже не знаем, есть ли наверху работающий передатчик. Ну должен же быть, там же не Вьетнам происходил. Провода идут? Думаешь, пашут? Ну, похоже, просто зацепились. Ребята, вернитесь! Что-то мне не хочется туда лезть, чтобы... Ой, тихо, тихо, тихо! Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Какого хера? Ебать! Чё это такое? Чё происходит? Это зомбарь или кто? А, это Джоуи! Серьезно, что с тобой сделали-то вообще? Че, мамка не пришла или че? Еба! У тебя там рога растут. Ставить, капрал Гомес! Это тварь не Джоуи! Ну! Правильно. Еба страшно. Все, ребят, расслабьтесь, больше пока никого здесь нет. Наверное, да? Шевелись.
Здесь опасно. Да правда, что ли? Ебаты. Прям удивилась сейчас. Что ты? Дерусь? Да, я тоже. Тебя же утащили, вообще было? Расскажи. Не знаю. Но оно здесь не одно. Где ты была? Одна из этих тварей схватила меня и притащила сюда умирать. Блять. И это еще мягко сказано. Меня спасло чудо. А ты с ученым говоришь. Чудес не бывает. Ну, так-то лучше скажи спасибо за помощь. Спасибо за помощь. Я тебе благодарна. Я благодарна. Спасибо. Semper Fi. Надо выбраться из этой дыры. Вы сначала, может, своих здесь найдете. Спряталась. Оружие есть. А потом вместе выбираться будете. А, я не мешаю? Мне нужны батарейки для фонаря. Могла бы и спросить, что не пришло в голову. Да чё ты начинаешь-то? Доктор Стоукс, ты вон... Тебя утащили, а ты жива до сих пор. Нормально? Сильно болит. Да. А, сильно. Можешь не дергаться. Рада, что ты здесь. Я конечно тебе же. Рада. Ну... Пожалуй, я тебе тоже. Чё ты там увидела? Я видела знак такое какой-то в домах пастухов. Они явно давно живут в этой долине. Явно давно знаешь, что тут монстры есть. Ты чего? Ты чего? Ты чего? Ты чего? Есть путь. Но нам не по зубам. А чё, может, и по зубам? Чё? Не влезем. Зацепиться не за что. Ого, ну да, найдём уж точно. Найдём способ. Как знала, что ты так скажешь. Я ходила на альпинизм. Я нас вытащу. Да? У тебя веревка ни хрена не держит. А, вы даже без веревки, нормально. Идеально вообще. Так, так, так. Это, возможно, тот чувак, которого веревками обмотали. Тоже за боком стал. Че, выбрались уже, что ли? Искусство монтажа. Нормально. Ты как? Сейчас, минуту. Что с тобой? Ладно, не умрем. Это не точно. Ох, ну и вид у тебя. Вот спасибо, Рэйчел. Не думала мотивационные лекции вести. Серьезно, все хорошо? Отлично. Только тупее вопросы я в своей жизни не слышала. Нет, конечно, не все хорошо. Что, решила устроить мне бойкот? Веселье или команда? Давай веселье. Повеселись чуть-чуть. А что тебе сказать? Не знаю. Хочется как-то отвлечься от этого места. Почему ты стала физиком? Давайте узнаем поподробнее о ее личной жизни. Ладно. Почему ты стала физиком? В смысле, ну... Что, по мне не скажешь? Ну да. Что, мне нужно одеваться по-задротски? Да нет, тебе вообще одеваться не нужно. Я не об этом. Просто не тот типаж. Никто не ожидал, что я могу связать жизнь с наукой. Нашла свое. Об этом я кое-что знаю. Да ну. Давайте откровенными. У меня есть другой.
Ты не удивлена? Ну так... Ник, да? Сразу прочитала просто. Так видно? Эрик знает? Да. Да, теперь знает. Теперь знает. Я хотела начать сначала. Стать кем-то еще. Да. Ты правда кое-что знаешь. Да что с тобой, девчонка? Доктор Стоукс, ну-ка. Из тебя сейчас чужой вырвется или чё? Что это такое? Клариса, что с тобой сделали? Рэйчел, не бросай меня здесь одну! Да не брошу. Все хорошо. Хорошо, я здесь. Обещай, что не бросишь. Обещаю. Да. Не брошу, обещаю. Но расскажи мне, что с тобой сделали? Давай уже, колись, что с тобой? Наверху есть лекарства. Они помогут, но надо спешить. Ну! Расскажи, блядь! Чё она молчит-то, не рассказывает? Но походу ей что-то там либо вживили, либо что-то с ней сделали. Да чё с тобой, расскажи. Или она сама не знает. Чё, крепко закрепил, да? Не порвется вообще? Веревка порвется. Даже Клариса это понимает. Стой! Ты правда веришь, что лекарства помогут? Держись. Держись, мы почти на месте. Ты мне так и не ответила. У тебя нет других шансов. Ну, у тебя, мы сможем. Судя по всему, вообще шансов нет. Но ты бы хоть сказала, курс изменен. Рэйчел утешила Кларису, когда то есть стало плохо. Это отлично, отлично, отлично. Мы со всеми пока в супер хороших отношениях практически. Так, опа, не порвалась, хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Клариса, давай, держись. Помочь? В смысле оставить? Ты чё? Курс изменен. Рэйчел помогла Кларисе перебраться через расселину. Ну еще бы. Чё вообще за выбор-то такой странный? Давай. Хопа! Умничка. Просто умничка, давай. Быстрее к лекарствам. Как тебе такой ответ? Нужно дойти до храма. Вот и отлично. Все. Ник. Расселена 2353 часов, глубина 159 футов. Окей. Почему он один? Они же вдвоем оттуда уходили. Не вижу, что лезут, но слышу. Похоже, им там намного веселее, чем нам здесь. Прием. Пока развлекаются без нас, я спокоен. А, ну вот. На связь держит нормально. Ничего. Прием. Не зевай. Чё у нас тут? Осмотреть. Опа. Окей.
Нику должны свернуть шею. Ну, мы попробуем этого, чтобы ему не сделали. Даже в прошлой игре получилось 7 жизней сохранить к концу игры. И в этой должно получиться что? Если все грамотно и правильно делать. Что, я надеюсь, я пока делаю. Подарок включи. Все нормально? Ну, вроде да. А куда мне надо? Че мне сделать-то надо? Че мне надо сделать? Сделать-то что мне надо? Патрулируйте периметр, обыщите руины. Хорошо. Что такое? Пока чисто. Ага, пока чисто. Окей. Если полезут, то я думаю, что, скорее всего, из разлома. Если? Приступ оптимизма, лейтенант? Мы ничего не знаем о нашем противнике. И мы прямо посреди его территории. Ты же знаешь уже, Ник, расскажи им. Хреново дело. Не знаю, как надолго их задержат эти двери. Радио наш шанс. Сейчас починим, позовем подмогу, сравняем счет. Вы уверены, что вы его почините-то вообще? Есть передатчик. Диапазон ограничен. Но хотя бы в одном Эрик сегодня не облажался. Поддержка с воздуха? Хвала Всевышнему. Если отправим сигнал, наши птички могут его поймать. Конечно, надо будет как-то до них добраться. Всему свое время. Хорошо, всему свое время, но если хотите починить рацию, надо ее чинить быстрее и звать на помощь. Даже? Так, пока нет. Осмотреть. Что-то там фейк. Фейк диксайт, ложные раскопки. Карта показывает расположение эффективного места раскопок возле храма. Никто не знал, что археологи были здесь. Окей. Тут ложное место раскопок для грабителей. Знали, что здесь их ждет нечто особенное. Ага. Нечто особенное. Прям настолько особенное, что никто отсюда не выбрался больше. Ну-ка. Чини рацию. Мне нужна помощь, чтобы его наладить. Ну так у тебя вон второй человек есть, чёрт ты. Похоже, это саботаж. Зачем им это? Чтоб не вызвали подмогу, логично? Увидите, что отступайте. Там безопасней. Опа, опа. Чё-то заработало. Супер. Молодцом, сержант. Правильно, покури. Эти штуки тебя убьют. Курение сейчас не главная угроза моей жизни. Логично, да. А другие штуки вообще ничего не сделают. Чего? Все. Все, полковник узнал. Эрик догадался, что Рэйчел встречается с Ником. Но мы не будем показывать виду. Просто потом, может быть, втроем все разрулим. Это побочный сигнал. Даже без передатчика радио ловит всякую хрень. Просто... Почини передатчик. Если наладим сигнал и свяжемся с ЦКВС, будем на шаг ближе к дому. Ну, не знаю. Я не техник. Вот был бы Мёрвин, он бы смог. Ты бы тут только что починил радио. Что поделать? Так, это кто? А, это Салим. Все, понятно. Тихо. Дар. Да. Салим. Салим, это ты? Тсс. Они близко. Салим сбежал от американцев, вернулся к Дару. Окей. Ну, в смысле, мы же ему помогли, вроде как, не? Эти уроды зовут подкрепление. Надо им помешать. Нет.
Эти уроды могут помочь нам спастись. Ты сдурел? Они наши враги. Значит, ты еще не видел демонов. Здесь, внизу, демоны. Вот они, наши враги. Салим, ты бредишь. Послушай. Они убили американцев. Почти убили меня. Закрой рот и иди за мной. Ты меня вообще слушаешь? Нет, ты послушай. Иди за мной, или можешь подохнуть тут. Выбирай. Бля, сейчас все испортится. Мой ланок. Чтоб тебя! Уходи навсек. Можешь там погибнуть. Я остаюсь здесь. Хорош, хорош. Заткни его! Заткни! Да, действительно, чего так громко-то? Передатчик! Мне нужно время! Ну давайте, сейчас отбиваться будем. Полковник, вернитесь в храм! Я остаюсь. Следите по камерам, чтобы нас не обошли. Я справлюсь. Лейтенант, я... Справлюсь, говорю! Ну! Окей, Эрик, давай! По камерам следи. Ой, какая неприятность-то произошла. Чини быстрее передатчик давай. Оп, ну все, пизда. Спасибо, блядь. Потом демонов увидишь, пожалеешь об этом. За колонны там спрятался, мудак. Давайте, давайте, ребят. Отстреливайтесь тут. А ты что такой невнимательный? Отзови своих псов! Живо! Вот сучара, а! Ты подчинишься мне! Давай, хер тебе кто подчинится, блядь! Ребят, давайте, соображайте, соображайте! Обойдем его! Во, отлично, его, давайте! Прикрой! Ща прикроем, не ссы! Прикрывай, прикрывай, прикрывай! Урод! Давай, 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 давай! Обходи! Быстрее, быстрее, быстрее! Давай, 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 давай. Подкатик. Отлично. Зажимай, зажимай, зажимай. Перебирайся в следующую. Отлично, отлично, супер. Чё ты там не можешь прицелиться? Ты в прицел пробовал смотреть-то вообще? Так, полковник, глупости только не делай, тебя сейчас застрелят. Быстрее, 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 быстрее. Отлично, 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 красава. Супер вообще. Ну, привет, зайчик. Здорово, сладкий. На. Да ты чё, мазила-то такой? Это чё? Атас вообще. Ну... Да. Продвигаемся в храм! Вперед! Давайте бегом в храм, поднимай пистолет, все, будьте, пожалуйста, осторожней. Так, ребят, дверь закрывайте! Быстрее закрывайте дверь, отлично! Давай, 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 давай! Скорей. Полковник, может, ты им поможешь, нет? Я не вижу иракцев. Там сидят, если не тупые. Где сейчас там-то? Здесь будет жарко. Ну, конечно, сейчас все монстры, иракцы. Стой! Рэйчел? Там Рэйчел. Рэйчел? И Клариса.
Давайте, давай. Отлично, красавы. Ты жива? Не веришь, солдат? Полковник. Въебало ему сразу пропиши. Они же тебя утащили. Правильно, пистолет убрал. Так, курс изменен. Че он там изменен? Че-то зависло-то. А, во. Эрик догадался, что Рэйчел встречается с Ником. Рэйчел пережила падение и вернулась к группе. Окей. Где Эрик? За тебя стоит. Рэйч. Ну че ты тут? Строишь тут я себя. Я держал изо всех сил, но... Веревка... Оборвалась. Оборвалась. Я не резал ее, правда? Я знаю. Я знаю. Ну отлично. Вот и все. Ну-ка, что там у нас? У нас почти до конца дошло с Эриком. Все. Надеюсь, у нас все получится обратно. Без обид. Это ведь он? Ну давай, сейчас самое время. Разборки-то устраивать. Ты с ним трахаешься, да? На, блядь, ебасосину, на! Давайте, 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 мужики! Хватит! Я знаю, это он, Рэйч. Знаю. Лучше остынь, пока я сдачи не дал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что ты, полковник? Испугался. Испугал прям вообще. Я хотел тебя дождаться. Правда, мне жаль. Ну блин, испортили отношения. Рэйчел мягко сообщила о своем романе с Ником. Отношения-то покажите. Чуть-чуть упали, чуть-чуть. Всегда верный. Ты выдержал, а я нет. Ну, не дождалась. Она превращается в монстра. Зачем ты ее привела? Ей нужна помощь. Ей не помочь. Ей здесь не место. Да в смысле? Ну, помогите что-нибудь. Ей нужна помощь. Вы можете еще что-нибудь сделать. Слишком поздно. Ее не спасти. Ты откуда знаешь? Ты слышал. Отойди. Не делай этого, Джейсон. Джейсон, прошу. Не надо. Ну, блин, ее, видимо, да, покусали, она превращается в монстра, чё? Ну, блин. Обидно. Классный персонаж был. Блять. Опа! Все из-за тебя. Курс изменен. Рэйчел убедила группу помочь Кларисе. Прикольно, может, мы ее даже спасем? Живо! О, начинается замес, пошел! Пушка. Положи пулю для подруги. Ага. Так, отступаем к храму! Бегом! Ну и генератор, конечно же, сейчас сдохнет. И мы окажемся в полной темноте. Да? Нам нужен генератор! Без него ослепнем! Нужен! Закрывай двери, блядь! Пропустить! Кто-нибудь, может, генератор пойдет чинить? Они уже внутри! Значит, больше не впускай! Даже отлично! По приглашению! Может, у вас сейчас списки будут? Ворота! Я займусь генератором! Давай, Рэйч! Лариса? Черт, уже одна из них! Да нет еще, еще есть шанс. Еще есть шанс. Нет. Нет! Держитесь, ребят, пожалуйста, держитесь. Еба, как вас там много. О, что-то бомбануло. Недостаточно. Ой, блядь.
Я пока еще борюсь. Лариса, ты такая умничка. Вижу. Давай, идем. Что такое? Так. Бля! Эти твари реально хотят прорваться! А почему так в слоу-мо показали этих двоих? Надо срочно врубить генератор! Иначе жопа! Иначе вам всем С. Держите там двери! Не выдержит! Давайте еще какую-нибудь деревяшку прислоните, а прокиньте колонну там, я не знаю. Все. Наш дом! Поняли? Давай, держи! О, отлично, красава! Это все, что вы можете! Не надо их подстрекать, не надо их! А черт! Прорвались! Эти твари еще хуже крыс! Да нормально, пока две дер... Зачем так показывают? А, это типа к кому мы переходим? Так, давай. Тупая куча говна. Ногой уеби. Нормально. Сразу же все заработает. Конечно. Это же идеальный способ. Ой, вы там уже все сломали нахер. Время сваливать. Да, мне тоже так кажется. Вперед. Если есть идеи, так давай, делись! Давай, давай! Должно быть что-то! Стоп! Да! Бежим в катакомбы! Надо идти вниз! Отлично! Выход. Там же тоже колонны были заминированы, либо насколько туда, я помню, да? Все умрем здесь. Да не умрете воротам. Вы никто! Давайте к восточным воротам, вперед! О, все! Нихера себе вас тут дохера как! Быстрее, блядь, что ты отстреливаешься, убегай! Отступаем! Я надеюсь, я... Так вы чё его одного оставили-то? Опа, опа, опа! Нет, 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 нет! О, красава, хорошо, хорошо! Джейсон, давай, беги к команде к своей! Красава! Красава, все! Так, здесь заминировано все. Мины! Мины! Давайте, взрывайте! Так, мы ж по центру заложили. Держитесь ближе к стенам. Мы же по центру заложили, но насколько я помню, да? Мы ж по центру заложили. По центру же мы заложили. Все отлично. Все. Классно, я вспомнил, что мы по центру заложили, все прошли. Тихо, 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 тихо. Закрывай дверь. А, все, молодцы. Еба. Красавцы просто. И на этом мы закончим сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, вступайте в Дискорд-сервер. Всем до следующей встречи на Story Games.